Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». «Домой в Россию». Если вы задумываетесь о переезде в Россию, то это передача для вас, уважаемые соотечественники. В студии Татьяна Соловьева. Здравствуйте. Все вопросы, которые связаны с участием в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, мы будем обсуждать с представителями Министерства регионального развития и иностранных дел, Федеральной миграционной службы, руководителями регионов, которые участвуют в этом масштабном проекте. Своим опытом поделятся те, кто уже стал участником госпрограммы и перебрался на постоянное место жительства в Россию. Сразу после окончания этой передачи вы сможете позвонить на горячую линию по номеру 8 800 100 06 76, задать интересующий вас вопрос. Операторы будут принимать звонки в течение 2 часов. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте на адрес domoysobaka.ruvr.ru. Сразу на 30 человек пополнилось количество переселенцев в Приморье. На историческую родину из Боливии вернулась еще одна группа русских староверов. В Уссурийском районе, в селе Корфовка, переселенцев встречали хлебом с солью. Жители окрестных сел рады таким соседям. В Корфовке уже живут староверы. 23 человека переехали сюда из Боливии в феврале нынешнего года. На новом месте им все понравилось. Теперь к ним приехали и другие члены большого семейства. По пути на Дальний Восток переселенцы из Боливии несколько часов провели в московском аэропорту Шереметьево. Там мы с ними и встретились. Репортаж в тему. В Приморской общине староверов пополнение. Еще 4 семьи Мурочевых, 9 взрослых и 21 ребенок переехали из Латинской Америки на историческую родину. Теперь они поселятся в Уссурийском районе, рядом со старшим братом Ульяном, который полгода назад приехал из Боливии со своей роднёй. Большое семейство Мурочевых уже давно мечтало вернуться на родину. Но возможность это сделать появилась только теперь, благодаря государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. История староверов берет свое начало в 17 веке. Часть верующих не приняла проводившиеся тогда церковные реформы. Спасаясь от гонений, люди бежали на окраины России, в Сибирь и на Дальний Восток. Селились там общинами и занимались крестьянским трудом, создавая крепкие хозяйства. Но с приходом атеистической советской власти в 1917 году уклад жизни староверов был разрушен. Они вновь вынуждены были бежать от преследований, на этот раз за границу. В основном их путь лежал в Латинскую Америку, где можно было найти свободные земли. Предки Ивана Мурочева покинули Приморье в 1933 году, но завещали детям вернуться на родину, если изменится власть, которая не будет притеснять их веру. «Сегодня мы выполнили просьбу наших бабушек и дедушек», — говорит Иван. Маленький только книжки научился читать, и как-то меня потянуло сердце в Россию, и до самого последнего. Там услышал, что есть возможность всякая, что наши здесь живут, хвалятся. Потом еще Люба Лазовская нам и разъяснила, как есть возможность переехать, что государство может помочь ей переехать. И теперь самим не верится, что мы здесь уже. Но я родился в Бразилии. Было мне где-то лет 5, переехали в Боливию. Потом сюда поехали. Знали, что есть возможность, есть помощь от государства, что могут перевести, помочь, можно чем начать работать. Больше того, что хорошие земли здесь, очень сильно рождают. Не надо ничего подсыпать под корень, чтобы сильнее росло растение. И наши стали объяснять, что, говорят, есть хорошая помощь, это отсюда, и мы можем помочь. И через Любу Лазовскую узнали, что есть помощь от государства здесь. Много нам ловче этим. И очень благодарим Любу Лазовскую, что нам столь помогла, как мать родная. Она об нас заботилась во всем, она нас много лет уже знает. Не знаю, по какой причине она нам так решила помочь. То ли она видит, что мы ничем другим худым делом не занимаемся, а ради того решила помочь. То ли у нас вся забота сельское хозяйство работать, свои семьи прокармливать. О государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников Мурочевы узнали 4 года назад от председателя Координационного совета российских соотечественников в Боливии, почетного консула России в Санта-Крузе Любови Лазовской. Уже тогда задумывались о переезде. Увидеть Россию своими глазами очень хотел глава семейства Мурочевых. До переезда он не дожил всего год. Но братья исполнили волю отца.
Это большое счастье вернуться домой туда, где жили твои предки и где все говорят на одном с тобой языке, говорит Терентий Мурычев. Они уехали из России, когда переворот был, когда в колхозы людей уже собирали все. По нашей религии невозможно было идти в колхоз, они собрались и пешком ушли за границу. Шибко стало трудно, в тех странах болезни много стало, невозможно стало урожаю, не урождать стали, все. Как нам стало известно, что тут в России стало свободно, можно сеять, все. Так что решили сюда приехать и тут начать жить. Как мой брат Ульян сказал, что вы решили начать 4 района, но мы хотим посмотреть, где нам лучше подойдет заниматься сельским хозяйством. Мурычевы уже сегодня мечтают о новой деревне и домах, которые они построят вместе с братьями. Надеются, что государство поможет им стройматериалами. А в центре деревни обязательно будет церковь. Мы для нее уже и иконы приготовили, и книги, а может, найдем и те, которые оставили наши деды, которые бежали из России, говорит Терентий. Одни книги хранятся где-то, когда за границу уходили наши, пещеру заложили, и это знал мой дедушка и другие, их уже живых нет, где они заложили. И очень много было, 2 телеги заложили там, и никто из нас не знает, где они там положили. Они побежали за границу. Старообрядцы – одни из немногих, кто в современном мире хранят старинные традиции и устои. Все женщины обязательно ходят в сарафанах, которые они сами шьют. Мужчины – в косоворотках, тоже сшитых дома. Только брюки, обувь и верхнюю одежду покупают на рынке. Девушки выходят замуж, начиная с 14 лет. Юноши женятся с 19 лет, когда могут содержать семью. У 29-летней Александры уже 8 детей. Она рада, что расти они будут в России. Я только за детьми, а муж будет работать. Жена всегда вот дома стряпает, шьет сарафанни, прибирает. Мама учит все сама и вышивает, и шить, и все. Я выросла в Бразилии, потом приехали в Боливию. Ну, как Россию мы знали по книжкам, читали сказки, учились маленькие когда по букварям. Вот вся и Россия наша была. Хотелось, всегда думали. Бог помог, добрались. Спасибо за все. Шибко длинно путь. Было бы, может, поближе, давно бы могли приехать. Если бы не государство, мы бы не приехали. Но мы тоже не сразу. Нам 5 лет предлагал консул Люба всегда, что вот так программу дают, даром везут, все, могут дать земли вам, все, можете начать работать. Ну, все думали, думали, кое-как придумали. Нечем больше заниматься, невозможно. Поехали. Меня ликуют, радуются, говорит. Слава Богу, говорит, все хорошо. Лучше, чем в Боливии. Квартиру им дали, уже землю дали. И они картошки насадили уже там, и все, работают. Будем помогать, собирать урожай. Сами будем начинать. Квартиру государствами дали на покамись. Вот мы доедем, сейчас поеду смотреть места и дома начинать строить. Путь домой из Боливии был долгим. Почти неделю пришлось провести в дороге. Сутки поездом до Сан-Паулу, затем самолетом до Рима, потом из Рима в Москву и последняя точка – Владивосток. Многие отговаривали от этой поездки, рассказывает 18-летний Дионисий. Говорили, в России плохо, жизнь тяжелая, разные страсти рассказывали, угрожали, но мы не поверили. Я ведь учиться хочу, а в Боливии школы не было, а здесь обещали, школа будет, говорит Дионисий. Учиться собирается и 16-летняя Катя. Я родилась в Бразилии, прожила там несколько лет, пошла в школу, а потом мы уехали жить в Боливию, и на этом мое образование закончилось. И я очень жалею об этом, но надеюсь в России все наверстать, говорит девушка. Мы жили в Боливии, потом собрались сюда ехать. Нам шибко охота было еще с ранних времен ехать, столько не было возможности никакой. А потом, но дали возможность, отсюль вызов дали. И мы собрались ехать, раз возможность такая появилась, и собрались и поехали. Сложновато было. Лучше было, чтобы сразу было в России, знаешь, начинать, что все по-русски. Там семья договорится шибко трудно, что они это понимать не шибко понимают и не шибко любят. Это из транжеров они говорят. Как в Бразилии мы когда жили, то там лучше, что они там все собираются из транжеры, мало бразильянов. То маленький получше, конечно, но если начнешь что-нибудь, какую-нибудь работу искать, добиваться, шибко трудно тоже. Шибко с трудом. Остальное вроде бы ничего. И на работу цена вроде бы ничего, как, скажем, заплата.
штрафы. Поедешь покупать что-нибудь, то шубка дорогая. То если будешь так, это в работниках работать, ничего не заработаешь. А если будешь сам хозяином, то можно жить там. Мы всего 2 года в Бразилии прожили. Мы с 4 класса в Бразилии начали и на 5-й перешли. 5-й не прошли мы класс, на этим закончили. А в Боливии у нас не было школы. Сейчас без школы никуда, то мы собираемся учиться, проучиться, все как остальные люди, нам это шибко охота. Мне, например, охота проучиться и начинать легально работать, все. Меня всегда интересует рисовать художество. Я хочу курс сделать, пройти художество это. Я думаю, у меня это получится. Мой дядя сюда первого уехал, говорит, что здесь шибко свободно и... Шибко все хорошо, что понимают хорошо нас. То, я думаю, нас тоже поймут, раз их поняли. Сегодня в Боливии остается много староверов. Кто-то и не думает об отъезде, а остальные ждут, когда мы устроимся, чтобы им приехать на все готовое, шутят Мурычевы. По данным посольства в Боливии, документы на возвращение уже подали около 1000 человек. А главным препятствием для осуществления мечты является отсутствие паспортов. Большинство представителей старшего поколения старообрядцев живет в Латинской Америке без документов. С этой проблемой столкнулись и Мурычевы. Мама этого большого семейства, Степанида, пока не может выехать из Боливии. Сейчас ей делают первый в жизни паспорт. Вместе с ней в Россию приедут еще 3 брата – Фадей, Николай и Арсений. Так что через несколько месяцев вся семья будет в сборе. В Корфовке Мурычевых пока поселили в 5-этажный жилой дом и выделили им землю рядом с ним. Но так как они хотят заниматься сельским хозяйством и животноводством, а также самостоятельно построить себе целую деревню, администрация Уссурийска думает выделить им землю в другом месте, ближе к реке. Селу Корфовка более 100 лет. Сегодня здесь, на границе с КНР, живут около 200 человек. И администрация Уссурийского городского округа заинтересована в том, чтобы на этих землях жили русские люди. Самая первая группа переселенцев-староверов из Латинской Америки живет в поселке Дерсу Красноармейского района. Возможно, следующая партия старообрядцев отправится возделывать не поля Уссурийского района, а Дальневосточную тайгу. Ведь община староверов в Боливии насчитывает порядка 3000 человек, и, возможно, все они переберутся на ПМЖ в Приморье. 21 июля вопросы реализации региональной программы переселения в Приморье обсуждали на заседании межведомственной комиссии. Вместе с представителями органов власти, администрации муниципальных районов и городских округов на заседании присутствовал и Ульян Мурычев, староста старообрядческой общины. Учитывая, что староверы имеют особый уклад жизни, который нельзя игнорировать, предстоит решать проблемы, которые требуют особого внимания и деликатного подхода. Это, например, школьное образование детей и прохождение юношами военной службы после получения ими гражданства Российской Федерации. Ульян не скрывает того, что он и его родственники не хотят потерять свою самобытность и культуру, растворившись в новом обществе. Но, сохраняя веру и традиции своих предков, представители старообрядческой общины хотят проживать на территории Приморского края, не нарушая при этом законов России. В эфире программа «Домой в Россию». С начала действия программы в Приморский край переехали почти 900 человек, участники госпрограммы и члены их семей. Все вопросы переселившихся соотечественников местные власти стараются решать в индивидуальном порядке. За 2011 год по состоянию на 20 июля на рассмотрение поступило 660 анкет соотечественников. По 540 из них приняты положительные решения. Примечательно, что более 50% потенциальных участников программы переселения выбрали в качестве желаемой территории вселения Уссурийский городской округ. Среди соотечественников также пользуются популярностью Артемовск и Находка. Всего на территории Приморского края 6 территорий вселения. Кроме Находки, Уссурийска и Артемовска, переселенцев ждут в Дальнегорском городском округе, пограничном муниципальном районе и Востокском городском поселении. Все больше соотечественников проявляют интерес к переезду в Приморье. Визитная карточка региона. Приморский край расположен на юго-восточной окраине России. На западе он граничит с Китаем. На юго-западе – с Корейской Народно-Демократической Республикой,
а на севере – с Хабаровским краем. Восточной и южной границами края является берег Японского моря. Многие ассоциируют Дальний Восток, а вместе с ним и Приморье, с крайним севером, где суровые морозы и холодное короткое лето. На самом деле это заблуждение. Достаточно посмотреть на карту России, чтобы понять, Приморский край находится практически на одной параллели с Сочи и даже южнее. Конечно, здесь нет изнуряющей летней жары и бархатной погоды с осени по весну, как на черноморском курорте, но отдых на приморских пляжах ничуть не хуже, чем в Сочи. Суровые морозы – это также большое преувеличение. На побережье средняя температура января, самого холодного зимнего месяца, минус 10, минус 14 градусов. Природа края необычайно красива. На смену горным хребтам приходят широкие равнины. Спокойные тихие озера соседствуют со стремительными реками. В крае можно встретить как растения средней полосы, так и субтропиков. Не зря курорты Приморского края облюбовали туристы из Японии и Китая. Кстати, развитию туризма в крае уделяют особое внимание. Приморье сегодня стремительно меняется. В следующем году здесь пройдет саммит АТЭС, а в его преддверии ведутся большие строительные работы. Реконструируется аэропорт, автомагистрали, строится мост через бухту Золотой Рог, который соединит две части столицы Приморья – Владивостока. Инфраструктура, которая создается в крае, станет хорошей базой для дальнейшего развития региона. Соотечественники, которые переселились в Приморье в этом году, в основном нашли работу в организациях торговли, строительства, транспорта и связи, на предприятиях обрабатывающей промышленности, в крестьянско-фермерских хозяйствах, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. На территориях вселения есть работодатели, которые предоставляют не только работу, но и жилье. Главным образом это касается учителей и врачей. Информацию о вакансиях в Приморье можно найти на сайте Управления государственной службы занятости населения края по адресу www.zanprim.ru. Там же вы найдете описание территории вселения, особенности региональной программы. Эти и другие полезные материалы можно найти также на сайте Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю по адресу www.fmspk.ru. Хочу напомнить, что подробную информацию о государственной программе содействия переселению соотечественников, памятки участникам программы, образцы документов и другие необходимые сведения можно найти на сайтах Минздравсоцразвития www.ais.gov.ru и ФМС fms.gov.ru. И, конечно же, у каждого региона участника программы есть специальный сайт с подробной информацией. Адреса можно найти на интернет-форуме «Интеграция соотечественников» по адресу www.mifis.ru в разделе «Куда поехать». Там есть список всех регионов и территорий вселения, а также адреса и телефоны органов, которые отвечают за реализацию госпрограммы. Там же на сайте интернет-форума, созданного при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации, можно получить профессиональную консультацию представителей органов государственной власти и ценные практические советы от опытных переселенцев. В эфире программа «Домой в Россию». После окончания этой передачи начнет работу горячая телефонная линия. Вы сможете задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В течение 2 часов после эфира вы сможете связаться с оператором, позвонив по бесплатным телефонам горячей линии. Запишите номера 8 800 100 06 76. Повторю, 8 800 100 06 76. Для слушателей Украины номер такой 0 800 502 676. 0 800 502 676. Соотечественники, проживающие в Германии, могут связаться с операторами по номеру 00 800 0100 0676, а из Израиля нужно звонить по телефону 014 800 0100 0676. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте на адрес domoi@ruvr.ru. Кстати, на сайте «Голоса России» www.ruvr.ru вы сможете прочитать все материалы, которые звучат в программе «Домой в Россию».
Пишите и звоните нам. С вами была Татьяна Соловьева. До свидания. Домой в Россию. Домой в Россию. Программа создана при поддержке Министерства регионального развития.